Ежегодный бал медалистов в торжественной обстановке прошел на главной сцене Дворца культуры. Праздник объединил более 130 выпускников округа. Молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь, поздравили учителя, родители и почетные гости. Подробнее расскажем в сюжете. Медаль за особые успехи в учении вручили 138 выпускникам люберецких школ. С окончанием учебного года золотых медалистов поздравил глава округа Владимир Волков. Вы впитали все знания, которые вам давали. И, конечно же, также аплодисменты педагогам. Огромное спасибо вам. Дорогие ребята, что пожелать вам? Максимум добиться всех поставленных целей, задач, поступить в высшее учебное заведение. Среди выпускников 16-й гимназии 13 медалистов. Софья Курбатова на едином государственном экзамене получила 100 баллов по истории и русскому языку, набрав наибольшее количество среди всех 11-классников округа. Насчет русского языка у меня всегда получалось хорошо заниматься по этому предмету. У меня были очень сильные учителя, и поэтому дополнительно я практически не готовилась. А насчет истории, я занималась олимпиадами по истории с 9 класса, у меня была очень сильная база. Я планирую поступать в Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина. Я поняла это еще в конце 10 класса. Я подала туда документы, и я думаю, я пройду. Мне баллов достаточно. В этом году в Люберцах 12 стобальников. Святослав Киселев планирует поступать в Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. Выпускник первой гимназии набрал наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку. Старался. Спасибо маме за поддержку, учителям. Вообще, на самом деле, очень удивились родители. Но я не ожидал просто то, что я напишу сам. За эти 11 лет осталось множество воспоминаний, но самое главное – это, наверное, учителя, друзья, родители друзей. К поздравлению золотых медалистов присоединились депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско, иерей Николай Богатов и председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Конечно, здесь находится интеллект Люберецкого округа. Я могу сказать, что жизнь так устроена, что этим миром движет интеллект. Вы научились учиться, это самое главное. Поэтому я сегодня вас всех поздравляю, я абсолютно уверен, у вас в жизни все получится, все состоится. Валерия Борисова мечтает стать инженером, а золотая медаль даст ей дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Я отличница с первого класса, но раньше мне говорили, что, ну, может быть, потом пойдет не так хорошо, но оказалось, что я способна на это. Я хочу пожелать всем выпускникам этого года идти вперед, достигать своих целей, не оглядываясь назад, и всегда верить в себя. После окончания вузов многие планируют работать в Люберцах, и здесь их ждут. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.